Так, привет зрителям моего канала. Это видео для тех, кто спрашивал меня про размеры моей палатки типа 1+1. А выкроек у меня нету. Вот, я рисовал, как он называется-то? Я рисовал эскиз. И по моему эскизу, в общем, швея шила мне палатку. Конечно, вот эти размеры, которые я только что сейчас снял, вот с этой палаткой, с этой палатки, ну, она сейчас такая, вот они, сейчас я вам покажу, но скажу, что это является лишь такой условностью, потому что, когда я делал такой вот, я собирал еще макет, собирал макет на таком полу, у меня деревянный пол, я по периметру расклеил столярный скотч. У меня был коврик туристический, и под туристический коврик, под размер туристического коврика я делал размеры. Но я делал палатку специально именно под печь. Я там могу один ложиться, либо вдвоем можно. Даже с печки можно вдвоем лечь. Уместишься. И палатку делал в полный рост под свой размер. Для этого я делал периметр, вначале сделал, который мне был нужен. Потом поставил центральный столб, ну там из досок сбил. И от него уже делал лучи по углам. На углы ставил табуретки. И к табуреткам привязывал веревочки. И потом вот эти веревочки, длину этих веревочек наносил на рисунок. И после пошитого изделия, конечно, была разница, ну, там в 1-2 сантиметра. Ну какие-то вещи не совпадали, потому что прямая линия есть прямая линия, а ткань есть ткань. Она где-то растягивается, где-то хуже растягивается. Но это все равно такой сырой вариант. Поэтому кому это будет полезно, но надо рассчитывать на то, что... в общем, да я ее даже подшивал, потому что она парусила у меня когда-то. Парусностью называю то, что есть провисание ткани, когда не хватает натяжки. И швея тоже потом подшивала, чтобы была натяжка. Где-то растяжки добавлял я. Вот, чуть-чуть я изменил, я переделал вот эту вставку для дымохода. У меня там такая другая была большая под трубу, под дополнительную трубу такую. Вот здесь две. Я покупал вот это кольцо, вот оно большое, там подставку большую, которая зажимает болтами маленькую трубу, чтобы не обжигало. А потом я купил вот такую же фигню, она из негорючей ткани, ну и сделал сюда. Она на якушке также закрывается, там она у меня была на таких болтах, завинчивалась, а это уже такая стандартная. Она чем хороша, она легкая, и от нее меньше провисает ткань. Так, по размерам, сразу скажу, высота стены получается 26 сантиметров. За основу я брал ступеньку, обычную ступеньку. С обычной ступеньки она где-то начинается 25-27, ну до 30 сантиметров, вот эта высота. Вот. Потом... вот такая приблизительно форма моей палатки. Значит, вот это, с этой стороны находится печка. Вот. Ширина, я в сантиметрах все дал. Ширина получается 85 вот этой грани. Или лучше сказать стороны, потому что грани, вот эти вот линии, которые пожирнее выделены, это грани палатки. Вот эти линии, которые меньше выделены, это... составные части из треугольников вот этих плоскостей. Так, значит, вот эта грань 2,64, здесь 2,30 на углу. Длина от одного угла до другого, ну где-то 2,34. Составляется из трех треугольников. Длина до этой линии где-то 2,32, 2,15. Ну, это, в общем, швея уже так вот просто вписывалась в мои стандарты. Они, ну, могут разниться там в 1-2 сантиметра. Потому что, когда я потом замерял, они, ну, чуть-чуть не совпадали. Но, тем не менее, вроде так получилось нормально, я доволен. Вот, грань еще 2,30, 2,48. Здесь 96 сантиметров. А это уже юбка такая, которая растягивает стенки палатки. Ну вот здесь она 15 сантиметров. Юбка только есть с этой стороны, юбка есть только с этой стороны. Здесь юбки нету. Здесь находится молния. Здесь
тоже идет молния, я не стал рисовать. Здесь еще есть такой вот нахлест на молнию, чтобы вода при дожде не попадала сюда. Что еще хочу сказать? Да, это вытяжки. Но я сейчас бы сделал, не стал бы делать такие вытяжки, я просто сделал бы отсюда рукав такой вот. Ну, как на канадских палатках, на американских, есть просто рукав. Прям под самый потолок бы сделал, потому что, ну, в палатке бывает очень жарко, когда она топится. И для того, чтобы быстро сбросить воздух, потому что все-таки рукав он будет вытягивать, а эти просто стоят, а рукав он все-таки дает вытяжку такую, движение воздуха. И изнутри бы регулировал, ну, можно будет регулировать просто вот шнурочком такую вот штуку сделать, как раньше мешки делали, с обувью, с приобувками делали, вот он затягиваешь, она затягивается. И любую дырочку можно делать для того, чтобы комфортно, создавать комфорт тепла в палатке. Вот эта вот плоскость, она состоит из двух треугольников. Вот длина от макушки до линии, потому что тут есть периметр, и есть еще стенка такая вот. Я вот разделил. Вот это вот все, это периметр, вот этот верхний, 2,25. Так, а здесь 195 получается. Ну и здесь она, поскольку она симметричная, они размеры повторяются. Да, а вот здесь вот на выходе с запасом 15 сантиметров вот такие размеры. Люверсы у меня стоят десятка. На Авито их там полно продают. Инструменты заказывал в Китае, пробойники, потому что все-таки лучше делать качественно, ну это приятней. Молнии у меня стоит, по-моему, десятка. Двуспиральная она, по-моему, называется. Бегунки-бабочки стоят. Я заказывал их на фирму «Берег». Вот эти разделки, я сейчас не помню, как сайт называется, но там дофига всякой такой вот штуки. Там печки продаются, трубы, вот эти разделки, коврики. Ну, потом, кому нужно будет, если кто не найдет, я дам ссылку. Так, ну вот здесь у меня вытяжки стоят, такие вытяжные отверстия, их 4 штуки. Они стоят вот здесь. И здесь вот два. Ну, это когда либо здесь головой ложишься, либо здесь, кому как удобно. Но сейчас бы я их переделал, не стал бы такими треугольниками делать. Но я сделал бы, например, треугольник вот только в другую сторону. Он вот вниз у меня опускается и на липучку прилепляется. Сейчас бы я сделал бы просто в бок, потому что в бок, ну, чуть-чуть удобнее. Потому что вот, когда поднимаешь, ну, вот эта часть, она, если земля мягкая, она, ну, подниматься начинает. Ну, в общем, чуть-чуть неудобно. Вот, лучше в бок я бы сделал бы. Это молния. Так я их нарисовал. Ну, в общем, если кому-то будет понятно, то вот приблизительно, опять же, приблизительные размеры этой палатки. А так, для того, чтобы быть точным, ну, и во-первых, ткань разная может быть. У меня пошита из авизента, можно из ХБ палатки шить. Но тут уже надо учитывать все-таки этот момент. Если бы это было бы из досок сделано, то тут есть жесткость, тут четкие размеры. А эта ткань, где-то она чуть-чуть там, нитки так идут, она сильнее натягивается, где-то меньше она растягивается. Это, в общем, особенности ткани, из которой вы хотите пошить. Это нужно, в общем-то, учитывать и пробовать на деле. Ну и, конечно, иметь хорошую швею. Так, ну вот этот еще размер, это липучка здесь стоит у меня, которая закрывается вот здесь вот, на видео там видно. Ее размер 21/8. А липучка стоит пятерка, 5 сантиметров шириной. Что еще? Ну и в общем по углам, по-моему, тут через каждые 50 сантиметров у меня стоят люверсы, ну и оттяжки есть. Всем спасибо за просмотр.